Офигеть, ой-ой-ой. Офигеть, он большой. Да, мне о, перчатки мне дали шапку какую-то. Всем привет, сегодня будем проходить золотой трофей в Рекруме. Побежали вперед. Опа, вот и первые монстры. А как эти монстры-то называются? Гоблины. А, гоблины, я знаю, что я. Нет, я союзник стреляю. Ну, первый раз вообще самый легкий. Вот, вот. Так, все, прошли, у кого сколько очков и... Эх, я на втором месте. Идем через один человек. А я на каком? А я на предпоследнем. Я на втором. Второй акт. Я буду лучше летающие летуны. Гоблин. Ой, кстати, зайди. Тут их только по тени можно найти. О, я нашел арбалет. Берем. Раз, стрелять. Арбалет, ерунда какая-то. Меня убили, блин. А кого ты новые монстры? Хоп-хоп-хоп-хоп. С арбалетом надо научиться играть. А, опять меня за юни подбил. Берите лук, если только умеете им пользоваться и не стрелять по шлему. Ау! Я там просто рядом. И надо как можно чаще друг друга спасать. Так, тут еще в один момент должны сзади вот сейчас прям пришли. Сейчас я их. Когда сзади впереди атакуют, вообще сложно. Ага. Да, на последнем акте там очень легко. Ну. А, ну типа там лайфхак. Побежали. Так, ну... что тут по очкам у кого че? Как? Эх, я вообще ну... на третьем месте. Ура, так, на втором месте. Вот и мистер Буль. Он не кидается. Вместе его просто какой-то. Ладно, если я стою, здесь должны появиться гоблины. Вот сзади. Первый три акта вообще легкий, а вот потом уже четвертый немножко сложный. Так, все, я нокнул. Я умер. У тебя есть вот так. А, блин, тут еще один. Если кто-то проиграл, его лучше сразу восстанавливать. Особенно на последний. У меня скин детектива. Я детектив, понял? Поняли? Идемте. Так, все, сколько упачка? Блин, почему у меня всегда меньше всех? Так, четвертый акт. Он уже более-менее немножко сложный. Может, тут и летуны, и секирщики будут. Новые противники. С бронями в одной стороне. Мне нужно вон туда пройти, на тот стадион. Я на своей точке. Так, вроде тут всех правильно пока что. Это мой. Тут у тебя два мяча, вообще куда дерешься? А бамочка, короче, видишь, где стоит лазбро, иди туда же, там очень топовая позиция для мусора. Ой, ё-моё. Вон, видишь, где он стоит? Он того убит. Хотя бы у меня арбалет есть, я могу по ним стрелять. Конечно, арбалет не точный, вообще ерунда какая-то. Хотя бы что-то. Ну, по нему урона больше. Нет, у них одинаково. Я знаю, просто с арбалетом в упор стреляю. Как о, мы нет, этими... секирщики. А, вышли секирщики. Как я мы уничтожаем ну, гоблинов ты... стрелами, на которых пружинка такая? Как... Паштет вообще тут профессионал, он взял в одиночку секирщика убил. Есть что еще злые секирщики, они вообще легко отдал. Я просто скинул этого гоблина. В сторону. Он даже не добился. Летуны. Там в этой за колонной спрятался сейчас. А, его убили, ну ладно. Все, я его убил. Все, идите. Хорош. Иду я. О, я теперь не на втором месте. А я на ухо погнал. Давайте все да, пойдем на лево. Лучники, лучники. Лучники, идем направо. Хотя ладно, налево все идем. Давайте все вместе держаться, но какая-то ладка немного становится вообще. Не прям так сложно, но... Новый не противник, ужасный. Можно идти, тут есть специальная бригада против гоблинов каких-то, чтобы сражаться. У вас сзади красный гоблин, вы его не убили. Убил. Ну спасибо. Ой, да пожалуйста. А бабу сейчас сзади. Сзади, 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 сзади. Абама, хил, хил, мама. Мы вдвоем остались. У вас там очень много красных зомби. Давайте пока справляемся. Оу, мы в этом, мы с. Давай я их спасаю, а ты нам прикрой.
Идет. Давай, идет скоро сейчас помощь. Сейчас я. О. Да, гоблины. Очень много, блядь. Все гоблины повержены. А теперь аккуратно сейчас все красные будут. О, тут очень сложно будет. Я убила, убила. Вот, блин, вот это мы проиграли, конечно. В одну секунду все. Так, я пошел в атаку на них. Что? Все, прошли дальше. И я на втором месте, бра, пачкам. А у меня вообще 100 очков, вот это я. Так, шестой акт. Ой, блин, где мы? Аккуратно, где тут мечники убивают только этих, которые... Ё-моё. Что тут происходит? Я не знаю, куда идти. Тут, кстати, с этого Golden Trophy выпадают очень хорошие эти рыцарские мечи. Есть рыцарский сет. Спасаем Обамочку, нам надо как можно быстрее всех спасать. Ко мне гоблин в прессу подошел. Мы типа деремся в библиотеке, вообще прикольно. Смотри, где? О, я на шкафе, на шкафу стою. Молодец. А, на шкафы, может, там зимбола или для арбалета. Ну, вот для лучников там. Кроме летунов, конечно, вот таких. Ну, помоги. Я надеюсь, что лесные... А, меня почти в этот... меня почти попал. А, ой, а что ты не сказал, что ты умер, Обама? Обаму спасать надо, он там уже 3 минуты лежит. Ауч. Ой. Да ё-моё, чё это? Блин, меня убили, Альберт, один остался. Меня, пожалуйста. Обама. Секирщик железный. Тоже красный. Ё-моё! Его, вот еще один. Ну тут нет мостика, поэтому... Мечники, секирщики, это вообще есть. Опять Обамочка. Что? Я один? Ладно, успей. Давайте, побежим уже. Побежим, на помощь. Спасибо. Все, спасли. Давайте. О, вот этот секирщик вообще крутится. На помощь, скорее. О, нет, мне кажется, вы сейчас проиграете. Давай, давай, ко мне, ко мне, ко мне. Давай, давай, давай. Помогите. Ого, неплохо ты там. Блин, победа. Такой... Если бы, знаешь, если бы тут были звания, я бы был бы медиком. Согласен. А я бы танком, я бы был танком. 18 тысяч. Ты вообще какой-то профессионал берешь там. Обама, у тебя больше 40 очков, Обама. Акт номер 7. Я не знаю, он сложный или нет. А просто, ну, не я просто... Ну, не ого, бесплатные деньги. Ауч. Отвернулся на... Слева тебя, спасай. Блин, мне кажется, я имел шаг, мне нужно убежать. Маш, бежать. Ты один остался, спасай нас. Быстрее, лоск, броня. Давай, давай. Меня я их задержу, иди всех спасай. Я в конце. Я Обаму пошел спасать, сейчас спасу. Побеги, Обам. Я этого танка буду спасать. Стоп, а ты это паштет, да? Паштет? Дай меч. А, ты у меня меч забрал, что ли, ничего? Ты, нет, где ты стоп? Паштет? Он у тебя пропал. Да. Мне меч украли. У меня меч пропал просто. Опять всем. Я пошел в поисках меча. Ну ищи свой меч теперь. Тут щит есть в этом, в, там, в лабиринте. Ну, у меня в чем какая-то привычка, если в меня летит фаербол, то я уклоняюсь от него в реальной жизни тоже. Ух, давай отстреливаемся от них. Вот. Еще один сзади, помоги, я сзади. Я спасаю. У кого-нибудь есть спас, лишний меч? Когда мы все проиграли. Ой, есть лишний меч? Что? Меча нету. У меня есть щит, Щит не нужен ему, только меч. Он же танк. Побежали сюда в коридор. А. Хорошо. Здесь сейчас эти должны появиться. Ой, секирщик тут. Да, я его сам. В одиночку? Ты что хочешь, парни? Да. О, да ё-моё, ты чё, читы скачал? Он точно читит. Ауч! Аккуратно, бегите сейчас, блядь! Бегите! Лечите! Лечите! Да неужели сейчас? Нет! Всё, я бегу! Просто бегите в конец! Мы с тобой лежим тут в танке. Давай! Сможешь добежать? Давай! Ой-ой-ой-ой! Я сейчас бегу.
Обама, вот хорош, хорошая мама. Я просто мама. Нас лучники спас. Обама лучший. Спас всех. Мне точно нужен второй меч. Мы тут два раза все проиграли, чуть не проиграли. А можешь поискать тут меч где-нибудь есть должен? Тут нету меча. Нету? Я бы отдал, но одним арбалетом... Видишь, ты, может быть, не найдет меч. Давай ты мне меч, а тебе арбалет. У меня есть арбалет. Второй. Зачем мне два арбалета? Ладно, я быстренько возьму из этого, из, ну, пещеры кое-что. Там хороший лут. Я не знаю, я не могу тебе свой меч отдать. Он мне очень нужен. Да ладно, пойдем, там на этом, там на следующем акте найдем. Давайте, на следующем акте найдем. Все, сейчас я бегу. Погнали. Щит бы хотя бы взял. Сейчас. Так. А вот сейчас будет один очень жесткий акт. Тут нет, это вроде твой рекорд, да? Нет. Тут нету меча. Ну мне очень плохо, это твой рекорд. Мне очень не могу, мне кажется. Ну одним арбалетом я тоже не могу драться. Блин, что за красный монстр? Я бегу. Я не могу, я подбирал твое оружие случайно. Так, я тебя вылечу в полете. Вот эти карты у меня довольно часто. О, мечи, я нашел мечи. Иди, иди за мечом. Беги, Альберт! Давай, я их отрубил. Бери меч, вот же мечи. Обама! Чё, тебя быстро подбили. А, всё так. Так, что? Ко мне сзади подошли. Спасаем друг друга как можно чаще. Спасите меня. Вот сейчас довольно сложный акт. Он предпоследний. Спасите меня. Спасибо. О, давайте этих. Спасаю. Меня убили. Помоги. Обама. Ой-ей. Да блин. Обама, он хочет. Меня хочет бегать. Ого, тут он крутится вообще, секирчик. А, они оба на меня идут. Давайте, спасайте друг друга. Давайте, убивайте. Ой-ой-ой, он уже жесткий. Все, постараюсь. Это по-вашему проще, убивайте мечники. Иди. Все, убили. А, секирчик снова опять. Сзади еще секир подошла. Так, с ним расправились. Кто еще? Вон там один секирчик остался. Сзади секирчик. Я ему голову стреляю, он такой... Чего? Привет. Ауч, вот это он мне ударил. Я бегу. На помощь, помоги. Он крутиться умеет, он крутиться умеет. Да. Его прекрасно, потому что я его стреляю. Ладно, еще один секирщик. Блин, я бегу от него. Смоги, быстрее спасай меня. Я умер. Я бегу. Спасай, мама. Давай, ты сможешь. Блин, у нас жизнь на волоске от смерти была. Обама. Блин, я уже с фонарем дерусь. Ой. Спасайте меня. Я не спас. Я бегу. Так, блин. Оу, мы справились с восьмым актом. Страшно. Это все очень страшно. Это последний, да, акт вроде? Должен быть. Это предпоследний. А, предпоследний? А там какой следующий? А сейчас последний, да? Финальный акт. А, босс. Финал. Офигеть. Ой-ой-ой. Офигеть, он большой. Что с ним делать? Давайте, мечники, атакуйте его. Это пипец. Мы будем вас снаружи, это. Как с ним драться? Блин, он такой большой. Вон, он... Он все бьет, что ему. Его только сзади можно бить. Да. Он вызвал секирчика. Все остальные убивайте маленьких гоблинов. Ладно, я могу маленького убивать. Этого секирчика. Блин, босс такой вообще жесткий. Я просто... Вот это ты с ним дерешься, конечно. Вон там. Давай. Ты его в одиночку Я убил там с одной стороны всех этих мелких. Да пипец, у него столько хп. Блин, у него столько хп, давайте его убить сзади. Ой. Я убила, папа, не стреляйте по боссу, вы меня убиваете, не стреляйте по боссу. Лучники, убивайте всех этих мелких. Меча а мелких-то нету. Ух, убивай тоже мелких, потому что если бы я убил, он нас убьет. Я понял, а где мелкие?
они еще не спавнятся сейчас. Там этот. У него должно чуть меньше стать хп, и они будут спавниться. А там коридор какой-то. Ты мне кажется, его вообще не бьешь. Выше стрелять, я буду чуть выше стрелять, чтобы тебя не попасть. Я тоже буду иногда. По коридору не ходи, там этих мелких ног. Может... Нет, там в коридоре ничего не было. Все, мелкие. Мелкие, давайте я буду этого убивать. Куба. О, хотите, я еще последний зашел, придите. На помощь. Он все это время был в сети, просто Обама этот. А, у меня оружия нету. На, я тебя спасаю, ты же меня спас. Спасибо. Пожалуйста, я еще не вернулся, меня три раза спасал. Сколько у босса хп? Я не знаю, сколько у босса, ты же его убиваешь. Сейчас посмотрю. О, в интернет заходим, пока босса убиваем. Чуть меньше половины у него. По коридорам, никого нету. Все, мелких больше нету. О, арбалет. Блин, как ты с боссом так дерешься, он тебя даже не ударил. Ух, может этот, возьми меч, тоже помогает. А я смогу? Давайте попробуем. Я смогу, потому что если будет помогать, то он будет. Давайте, я тоже помогаю тебе. Бьем его. Давайте, тоже я вас бью. Что-то ему без разницы как-то. Смотри, вообще нет, кто-то попадает. Очень медленно его услышал. Блин, вообще он жестко. А он тебя убил, я убегаю. Давай. Сколько у него еще хп? А, мы ему уже половину снесли. Давай, я тебе буду помогать. Тогда вместе гораздо лучше. Так. Надо достать. О, нет. Я спасать. Надо его с двух сторон так крутить и рано или поздно будет нападать по его мишени. Оп-оп-оп-оп. Я даже не вижу, где он тут. Так, а твой, сколько у него хп? Блин, у него еще вообще много. А я иду на помощь. Я бегу. Больше меча точно нету? Я бы взял бы два меча и дрался. О, я нашел. Вот тут еще один меч. Я тоже иду, потому что я меча не дрался. Так. Все, я ухожу. Я вас просто не знаю. О, эти появились, убиваем гоблинов. Ой, на помощь! Мелких много вообще. Помогите. Ой, я тебя спасаю, блин, ну как круто. Хорошо, хорошо. Ай, я тебя спасу, блядь. Я все-таки лучше возьму свой щит. Открывайте, чтобы они не дошли к этому кальберту. Я пытаюсь. Они не дойдут до меня. Почему? Потому что они не могут эту платформу добраться. Зачем ты меня застрелил? Я бегу. Где я бегу? Сейчас хил. Все, хил. А где вы? Просто стрелял по этому. Мы тут стоим. Мелких убиваем. А, там еще под этой подстеной должны быть. А, нет. Так, забираемся. Все, стреляем отсюда. Постараемся. Может, попробуем тоже кто-нибудь стрелять? Ух, я убил там в этом. Я умер. Давай, я тебя спасаю. А, когда вот этот тебя не было, он брал нас из пушек стрелял. Значит, пока ты убиваешь, это там тоже хорошо. Тебе помочь? Нет, он уже все, сейчас все. А, буду иногда помочь. Давайте забегаем его. Стреляйте тупо в босса. Мы выиграли. А кому не дали награду? А мне не дали. А мне дали вот. Где мой подарок? А чё мне мой подарок не отдают? Мы победили все 9 актов. Мне не отдают. А, вот. Ух, выбросьте. Вот, всё. Перчатки.
Ready to... У меня какой-то порванный плащ. Открывай его, открывай. Смотрите, вот так. Мне перчатки порванный. Дали какие-то. Да, мне о, перчатки мне дали шапку какую-то. Мне порванные перчатки. Мне меня... какой-то порванный плащ дали. Прохованный. Мне порванные перчатки, имба. Покажи, покажи. Вот. Мы победили золотой они не порваны, трофей. Они прошли быть. Квест золотой трофей. Да. Yes. Можем еще можно этот снимок на память на этот. Давай. На аватарку. Можем так, еще. Давай-ка сейчас. Можем. Так. Откуда ты? Где ты плащ достал? И такую шубу прикольную. Может, по... Все, показываем все лайки. Фотка идет.